студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Под дождем, ну и что же? Армавир отмечает День защиты детей. На два десятка лет назад вернулась и Юлия Чернышова. Проблемы капитального ремонта в многоквартирных домах, оказание медицинской помощи чернобыльцам. Эти и другие вопросы обсудили на заседании Общественной палаты Армавира. Ирина Чупина расскажет. Сфинксы и пирамида – древнеегипетское наследство современного Армавира. Как в городе пытались построить аквапарк и что из этого вышло, расскажет Дарья Топчиева. У детей есть день особый, празднует его страна. Армавирцы отмечали День защиты детей во всех микрорайонах города. Основные торжества прошли в его центральной части. Дождливая погода не стала помехой. За всем происходящим наблюдала и даже почувствовала Юлия Чернышова. От улыбки станет всем светлей. Праздник под таким названием торжественно открыл череду мероприятий в Армавире. 1 июня все самое интересное и веселое ожидало детей в центре города. Но не менее занимательно проводилось время и на его окраинах. Программу мероприятий организовали так, чтобы праздник был интересен для всех, в том числе для взрослых. На центральной площади в этот день не только пели и танцевали, но и болели за своих. Десятки школьников приняли участие во всекубанском турнире по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Пока одни гонялись за мячом, другие – за победой. Самой массовой и зрелищной выдалась велогонка среди воспитанников детских садов под названием «Здравствуй, лето». Это для мам они котики и зайчики, а зрители увидели в них настоящих будущих маэстро велогонки. Но не спортом единым. И творчеству было место на торжестве детства. Целый калейдоскоп умелых рук порадовал посетителей центрального сквера у Фонтана Победы выставкой творений мастериц. Да-да, детских садов города. Здесь было все, что хочешь, от вышивки до оригами. С выставки на карусель развлечений тут же у фонтана. Все герои любимых сказок, мультфильмов не только радовали детвору, но и сражались с ними на мечах, надувных, конечно же. А кот Леопольд предложил ребятам жить дружно, мыши, в свою очередь, снова насмешили. Праздник и выступления артистов не останавливались, несмотря на дождь, да и юные зрители не торопились расходиться. День защиты детей в Армавире – это многочисленные конкурсы, конфеты и эстафеты. Но это праздник не только для детей. Взрослые могут вернуться, к примеру, на 20-30 лет назад. Вот что называется, когда детям хочется позавидовать. Можно смотреть концерт, можно учиться создавать что-то новое на различных мастер-классах. 1 июня они могут свободно разрисовать мелом все центральные улицы Армавира. И за это их никто не поругает. В общем, хочешь мороженое, хочешь пирожное, а хочешь – играй конфетами в шахматы. Так и вкусней, и веселей. Так чего же на самом деле хотят дети? О чем мечтают? Я мечтаю, чтобы в мире было больше добра и счастья. Я хочу, чтобы в семье и в мире вообще был, не было войн, и было счастье и добро. Я мечтаю, чтобы в мире не было войны. А еще? Что самое вкусное сегодня хотела бы получить? Ничего особенного. Хочу стать джентльменом. Я мечтаю, чтобы я поехала на море. Чтобы все тоже были счастливы, все было у моей семьи хорошо. Мы мечтаем стать футболистками настоящими. Привет всем моим родителям. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Вот такой он День защиты детей в Армавире. Дождливый, но богатый на улыбки. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В пути решения проблемы проведения ремонта в многоквартирных домах Армавира. Эта тема стала одной из главных рассмотренных 1 июня на заседании Общественной палаты. О том, какие еще вопросы обсудили, а также о роли консультативного органа в жизни города, материал Ирины Чупиной.
С момента своего основания Общественная палата Армавира является связующим звеном между муниципальной властью и горожанами. 1 июня отметили ровно год со дня образования этого консультативного органа, на заседаниях которого ищут пути решения самых насущных вопросов, волнующих население. Первой темой, рассмотренной в этот день, стало предоставление медицинской помощи чернобыльцам. Данный вопрос уже неоднократно поднимался на заседаниях. Было решено обеспечить таким гражданам максимально комфортные условия лечения. Помещения, в которых оказывают медицинскую помощь муниципальные учреждения, муниципальные, я вам даю поручение подготовить распоряжение по управлению здравоохранения, где рекомендовать главному врачу, а у нас сегодня главным врачам, потому что у нас, к сожалению, могут оказаться в перинатальном центре, потому что и женщины есть среди, их мало, совсем мало, но есть. Поэтому рекомендовать двум учреждениям, в случае, если будут попадать, при наличии мест, обеспечить возможность лечения в отдельной палате. Следующей была рассмотрена проблема проведения ремонта в многоквартирных домах. На территории города в настоящий момент находится 720 объектов, в которых периодически требуется замена основных конструкций и лифтовых кабин. Говоря о последних, отмечу, что обходится это в сумму от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Средств муниципалитета не хватает, а из регионального бюджета их пока не выделяется, отметил глава. По закону, который сегодня существует, закон, ответственность за проведение и организацию капитального ремонта сегодня лежит на региональном уровне, отвечает за это регион. И за организацию, и за сбор, и за дефектовки, и за выполнение. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, который подготовил ответ, сейчас это Министерство ТЭК и ЖКХ, они обратились в законодательное собрание Краснодарского края с рассмотрением вопроса на сессии ЗСК, где эти полномочия передать муниципалитетам. Согласно решению законодательного собрания, выполнение работы рекомендовано организовать муниципалитетам, но данная мера не является обязательной. Окончательное решение, за чей счет будет проводиться капитальный ремонт, пока не принято. Больно ударил по малому и среднему бизнесу армавирцев произошедший скачок ставок по арендной плате. Пути решения этой проблемы также искали 1 июня на заседании Общественной палаты. Как определяется коэффициент, рассказала собравшимся начальник управления имущественных отношений Марина Мазалова. Основные принципы – это принцип экономической обоснованности, в соответствии с которым арендная плата устанавливается в размере, соответствующем доходности земельного участка, с учетом категории земель, которой отнесен такой земельный участок и его разрешенного использования, а также с учетом государственного регулирования тарифов на товары, работы, услуги организации, осуществляющих хозяйственную деятельность на таком земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим деятельность на таком земельном участке. Таким образом, процентная ставка, коэффициент, который в настоящее время повысился с 1,5 до 2,5%, может быть скорректирована только с учетом достаточного обоснования. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. В Новокубанском районе состоялась встреча с активом жителей под председательством главы муниципального образования Александра Гамодина и депутата ЗСК края Федора Булдыжова. Подробности расскажет Роман Габарец. Собравшиеся обсудили политическую ситуацию в стране и крае. Об итогах социально-экономического развития Кубани за 2015 год рассказал депутат законодательного собрания Краснодарского края Федор Булдыжов. На Кубани, несмотря на все объективные сложности, большинство макроэкономических показателей в 2015 году имели положительную динамику. Объем валового регионального продукта составил 1,6 триллиона рублей. По объему промышленного производства наш Краснодарский край в 2015 году остался также лидером в Южно-Федеральном округе. Объем промышленного производства в Краснодарском крае по итогам 2015 года составил 104,7%. Немало внимания в ходе мероприятия было уделено вопросу неформальной занятости. Как подтвердил глава района Александр Гамодин, основные проблемы в этой области в муниципальном образовании наблюдаются в сфере сельского хозяйства, торговли и строительства. Ну не может быть, не может быть, вот даже вот по той же торговле, сами понимаем, да, когда стоит магазин, и там на полставки работает всего лишь там один продавец, а он круглосуточный. Сегодня по-другому начали подходить налоговая служба,
по занятости федеральные органы. Сегодня инспекция по труду инспектируем, ходим совместными рейдами и выявляем. Новокубанский район участвует во всех возможных краевых программах. Такой результат достигнут во многом благодаря работе парламентариев. Местные народные избранники успешно взаимодействуют с депутатами краевого собрания. Самое главное, говорю, что у нас коллектив единомышленников в Совете депутатов, в администрации. Мы понимаем и видим, у нас есть единство понимания целей, задач, куда мы идем и зачем мы идем. В ходе встречи жители задавали членам президиума совещания волнующие их вопросы. Ни одна поднятая тема не осталась без внимания. Решение по многим проблемам было найдено на месте. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Аквапарку в Армавире быть утверждали в 2008 году. В апреле 2016 администрация города заявила о сносе пирамиды. Причем сообщала, что эту часть так и не состоявшегося развлекательного комплекса демонтируют до конца месяца. На дворе мая пирамида на прежнем месте. Останутся ли в одиночестве сфинксы и почему аквапарк в Армавире так и не случился, выяснила Дарья Топчиева. Аквапарк в Армавире в 2003 году. Это казалось реальностью. Тогда здесь, на территории сквера, микрорайоне Черемушки, начали строительство первого в городе стационарного водного развлекательного комплекса. Аквапарк обещается быть на Черемушках. Было бы славно, но кто возьмется строить эти удовольствия? Мое мнение, не в нашей жизни, и уж тем более не в нашем городе. Строительство аквапарка люди активно обсуждали на форумах в интернете. Впрочем, действительно, маленькому Египту в нашем городе появиться было не суждено. Да и помнится, в то время мэр Виктор Колодяжный обещал сделать из Армавира маленький Париж. К обсуждению строительства аквапарка вернулись только через несколько лет. Год 2008. О возведении водного развлекательного комплекса громко заявила городская мэрия. А это кадры того, как место строительства осматривает делегация в составе представителей власти, инвестора Сергея Шахбазяна и партнера проекта, агента крупной испанской компании, производившей оборудование для аквапарков. Планы у участников той встречи грандиозные. Мы даже в 10 планируем территорию аквапарка и разместить интернет-кафе, и бронирование билетов, и парикмахерские, и салоны красоты, и сауны. Значит, все, что позволяет работать даже после ночного времени, когда этими не будут пользоваться бассейнами. Боевой настрой и сверхцели – закончить стройку к концу 2008 года. Мы дело доведем до конца. Потому что есть такая пословица: долго мучиться, что-нибудь получится. Да, у меня есть еще другая пословица насчет русских. Да. Только собираются, а потом быстро. Быстро едут. К чему приехали сегодня, знают, пожалуй, все армавирцы, хоть раз побывавшие в этом районе. На память о грандиозных планах остались два сфинкса да пирамида. В 2016 году примелькавшиеся взору необычные для городского ландшафта объекты в древнеегипетском стиле вновь привлекли внимание властей. Только на этот раз строить аквапарк уже никто не собирается. Напротив, участники специального совещания, прошедшего в администрации Армавира, решили снести пирамиду. Причина – объект потерял первоначальную привлекательность, его внешний вид негативно сказывается на облике города. Кроме того, местные жители жалуются, что в темное время суток рядом с пирамидой собираются асоциальные личности и нарушают общественный порядок. Демонтировать строение планировали еще в апреле, но работы так и не выполнили. Пресс-службе мэрии на вопрос, будет ли снос объекта, пожимают плечами, мол, сообщить по этому поводу нечего. Чтобы разобраться в том, что помешало появиться в городе стационарному аквапарку, мы обратились к армавирскому писателю-документалисту Владимиру Павлюченкову. В годы, когда стройка комплекса активно обсуждалась, он находился у власти. С самого начала беседы Владимир Николаевич дал понять, что жареных фактов не будет, назвал инвестора проекта Сергея Шахбазяна романтиком, а Армавир слишком маленьким городом для подобного проекта. Также он пояснил, что причина неудачи – высокие расходы на коммуналку. По нашему населению это маловато. Население для того, чтобы… Представляете, он только круглосезон, надо и отопление тут зимой, и подогрев, и прочее, прочее. А коммунальные услуги у нас очень и очень дорогие. Это стало экономически нецелесообразным, разорительно для того же Шахбазяна. Приезжали, которые интересовались землей в городе, но
всему же романтичному началу приходит какая-то реальность. Вот реально инвесторы, которые проклевывались, они только предполагали, посчитали, во что это выливается, конечно, они сразу под хорошим соусом спокойненько уходили в сторону. Аквапарк – убыточное предприятие для Армавира, подытожил Владимир Николаевич. Но вот что будет дальше со сфинксами и пирамидами, гадать не стал. Не захотел распространяться на тему и бывший инвестор проекта Сергей Шахбазян, отметив в телефонной беседе лишь то, что появлению в городе аквапарка помешали отнюдь невысокие траты на коммунальные услуги. А что знают, пожалуй, сфинксы да пирамида, но не молчат. Дарья Топчева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. К другим новостям. Два мальчика и три девочки отправились домой под аплодисменты родственников. Торжественная выписка новорожденных детей состоялась в Армавирском перинатальном центре. Приурочили ее к 1 июня. Его сотрудники вместе с представителями духовенства поздравили новоиспеченных родителей и пятерых малышей, вручили им подарки. Врачи пожелали мамам и папам еще не раз испытать гордость и радость при выписке деток. С миром редких профессий познакомились юные армавирцы. Накануне детского праздника дошколята побывали на экскурсии в офисе холдинга «Медиагрупп», работающего в сфере радио и телевизионного вещания. Корреспонденты, операторы, радиоведущие, звукорежиссеры открыли детям секреты своей работы. Настоящая радиостудия. С нее-то свое путешествие и начали маленькие экскурсанты. Именно отсюда каждый день в эфир выходят диджеи различных радиостанций. Их в медиагрупп целых семь. Хит-ФМ, Русское радио, Дорожное, Радио Ваня, Шансон, Наше и Радио для двоих. Девчонки наперебой спрашивали у ведущей, что и как устроено в студии. К примеру, вот эта штука с множеством кнопочек и клавиш называется микшерным пультом. С помощью электронного устройства можно проделывать целую кучу операций со звуком. Но больше всего девочкам понравилось ощутить себя настоящими диджеями, причем сразу нескольких станций. Добрый день, Армавир, в эфире Русское радио. В эфире Хит ФМ. Здравствуй, Армавир, в эфире Радио Ваня. Раскрыв все тайны, которые происходят по ту сторону радиоприемника, экскурсантки отправились дальше. Тем временем компания стала еще больше. Переступив порог этой комнаты с огромным количеством телевизоров, компьютеров и всевозможных пультов, ребята попали, можно сказать, в святая святых компании. Здесь у нас выпускаются и новости на телевидении, и эфиры на радио. А я директор этого кабинета. Служба выпуска – так называется эта студия. Название говорит само за себя. Здесь следят за тем, чтобы все радио и телеэфиры выпускались, как говорится, тютелька в тютельку, строго по времени. Попробуй тут не заблудиться, чтобы не допустить ошибку. Ведь от такого количества мониторов с программами всех радиостанций глаза просто разбегаются. Вот здесь у нас домашний телеканал, а здесь ТНТ «Армавир». Здесь выходят новости наши. От таких глубоких познаний каждый из ребят почувствовал себя на миг настоящим профессором, что прибавило важности эдак на целую голову. А здесь расположился кабинет, где работают видеооператоры и монтажеры. Ну, приветствую вас, давайте. Пять. Кто такие видеооператоры, монтажеры и чем они занимаются? Маленькие экскурсанты узнали из первых рук. А еще даже попробовали поработать с самой настоящей съемочной группой. Небольшой инструктаж и... Сразу дома точно такую же камеру. Разобравшись с камерой и микрофоном, ребята приступили к самому интересному – съемке и записи интервью. А вот и первый собеседник, который с удовольствием дал нашим юным журналистам комментарии о своем досуге. Что вам больше понравилось на подкасте? Маша и выглядит богатка. Как зовут твою маму и братика? Том, братик зовут Тома, а маму – мама Оля. Однако впереди юных журналистов и операторов ждало еще много интересного. Ведь теперь им нужно узнать, как из отснятого материала получается сюжет. Здравствуйте, а вы кто? Как вас зовут? Елена. Очень приятно, меня зовут Дарья. А меня зовут Ира. Да и сейчас я расскажу, что мы здесь делаем. Да, здесь мы смотрим материал, пишем тексты, интересные тексты, стараемся писать. Попав в службу новостей, ребята попробовали себя не только в роли интервьюируемого, но и пишущего журналиста.
проверенный редактором текст ребята озвучили в продакшн-студии, а заодно узнали, как благодаря звукорежиссеру голос за кадром становится чистым, без помарок. Увидели ребята и то, как из отснятого и озвученного материала рождается настоящий сюжет для новостей. Тоже нравится? Да. Готовый сюжет вместе с остальными материалами можно включать в выпуск. А представляет каждый из них, конечно же, диктор. Помещение, где горит множество софитов и подсветок, а еще работает сразу несколько камер, называется ТВ-студия. Именно здесь производится запись эфира твоих новостей. Естественно, каждому экскурсанту захотелось попробовать себя в качестве ведущего. И надо сказать, это у ребят получилось на ура. На этом экскурсия в мир радио и телевидения завершилась. И судя по довольным лицам, вариантов кем стать в будущем у детей стало больше. Дарья Топчива, Анна Амельченко, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». На этом выпуск завершен. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Ирина Чупина. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».